В службе государственной охраны республики пополнение. В канун празднования Дня первого президента в Алматы состоялась торжественная церемония принесения присяги новобранцев. Ряды военнослужащих пополнила молодежь со всех регионов страны. По словам акима города Бауржана Байбека, который также принял участие в церемонии, за годы независимости в Казахстане сформировалась профессиональная армия. При этом наша страна придерживалась принципов многовекторной внешней политики и решает назревающие конфликты исключительно дипломатическими методами. После официальной части перед гостями и родителями новобранцев свое мастерство продемонстрировали военнослужащие президентского оркестра и роты почетного караула.